Бюджетные наушники с активным шумоподавлением. В этом видео поговорим о наушниках с длинным названием Xiaomi ZMI True Wireless 100 Pure Buds Pro. Комплект поставки стандартный для подобного класса устройств. Сами наушники в зарядном кейсе, кабель Type-C для зарядки и набором брошюр с краткой документацией пользователя. Кейс интересной формы в темной расцветке с эффектом металлик сразу же привлекает внимание кнопкой сопряжения на передней панели. Эта кнопка оборудована светодиодом и отвечает также за проверку заряда, для этого требуется однократное нажатие, и сброс до заводских настроек. Длинное нажатие в течение 10 секунд. Наушники держатся в кейсе сильными магнитами, но извлекаются без проблем, благодаря выемкам на корпусе. К слову, кейс поддерживает беспроводную зарядку, что редко встречается в недорогих моделях. По управлению все как устройств из высшего эшелона. Специальные сенсорные зоны на ножках, регулирующие на силу нажатия, отвечают за переключение треков, ответы на вызовы и выбор режима работы шумоподавления или прозрачности, при которых внешний шум либо гасится, либо пропускается. Автоматическая пауза при извлечении наушников также имеется. За звук отвечают 9-миллиметровые драйверы и два режима звучания наушников – сбалансированный и динамический. Через фирменное приложение можно выбрать режим, наиболее подходящий вашему слуху, а также перенастроить управление, активировать режим погашения шума ветра или отыскать затерявшиеся наушники через встроенную функцию поиска. От одного заряда наушники работают до 10 часов без шумоподавления и до 32 часов при полностью заряженном кейсе. Есть быстрая зарядка. За 5 минут наушники заряжаются на 2 часа. Таким образом, перед нами удивительно продвинутая модель, которая при невысокой цене предлагает практически все самые востребованные флагманские функции, а именно шумодав, прозрачность, а также быструю и беспроводную зарядку.